всем известный стадион «Труд» в центре Ульяновска оказался захвачен террористами. Штатная тренировка футбольной команды превратилась в настоящее поле боя. Ничего не подозревающие болельщики оказались в эпицентре взрыва. 17 пострадавших, среди них погибшие и тяжело раненые. Ответственность за чудовищный теракт взяла на себя группа боевиков, которая, ко всему прочему, захватила 5 заложников. По этой легенде оперативный штаб провел антитеррористические тактико-специальные учения. Уже летом в России состоится чемпионат мира по футболу. А как известно, подобные массовые мероприятия всегда провоцируют угрозы террористических актов. Спасатели, силовики, медики и сотрудники правоохранительных органов. Для 500 человек личного состава пришло время показать свой уровень боевой готовности. По сигналу оповещения мгновенно прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб, медицинских учреждений, произвели эвакуацию людей и оказание экстренной медицинской помощи, вывезли пострадавших в лечебное учреждение города Ульяновска. Правоохранительным органам было организовано блокирование объекта террористической угрозы, оцепление района, проведение специальных мероприятий. При ликвидации последствий теракта важную роль играет оперативная работа сотрудников МЧС. В первые же минуты после взрыва к стадиону прибывают отряды и оказывают первую помощь раненым. 10 пожарных расчетов показывают высший уровень подготовки. Во время учений перед спасателем стоит сразу несколько первостепенных задач. Спасатели и пожарные в этот момент помогают выносить раненых и доставлять их до карет скорой помощи. И также после того, как происходит или подрыв, и все остальное, соответственно, силы и средства спасательных подразделений занимаются своими прямыми обязанностями. Это разбор завалов, ликвидация пожаров и оказывание всякой помощи силам правопорядка. После спасения пострадавших оперативный штаб немедленно приступает к плану по освобождению заложников и уничтожению террористов. Условные боевики вооружены. Действия должны быть своевременными и точными. Счет идет на секунды. Командование разрабатывает стратегию. Личный состав готовится к спецоперации. Функциональные группы уже готовы и ждут приказа из оперативного штаба. По его поступлению они отправятся на стадион, чтобы нейтрализовать террористов и спасать заложников. После проведения переговоров с условными террористами и их отказа идти на уступки, командованием принят решение о начале спецоперации. Силовики приступают к активным действиям. Кульминация учений – счастливый финал. Враг уничтожен, пленники спасены. По предварительной оценке руководства оперативного штаба, благодаря слаженной работе всех участников, цели и задачи учений достигнуты. Виктория Чиркова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.